Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персона Грата». Сегодня у нас в гостях российский спортсмен, боксер, боец ММА, боев без правил, русский богатырь Сергей Харитонов. Сереж, добрый день! Здравствуйте! Спасибо огромное, что ты пришел к нам в студию, несмотря на то, что у тебя был такой очень непростой, тяжелый бой, и ты был травмирован в этом бою, несмотря ни на что ты пришел к нам. Это говорит только о твоем бойцовском характере. На самом деле, что произошло в бою, там бой не был особо тяжелым. Бой был 15 секунд, я пропустил удар в пах, не смог продолжить поединок. К сожалению, ну смотрим еще раз. Ну прям по-футбольному так ударил Мэтт Митрион. Да. Вот такая развязка. Да, на это больно даже смотреть. Да, фактически вывозят просто Сергея Харитонова из клетки Беллатора. Желаем скорейшего восстановления Сергею. Очень много сейчас по этому поводу обсуждают. На самом деле это был запрещенный прием. Это было случайно, это было не случайно. Вот твоя точка зрения. Я не думаю, что Митрион нанес этот удар специально мне. Но удар был такой силы достаточно. Я пропускал удар в пах, я останавливался. То есть были разные ситуации в жизни. Все-таки я с 10 лет выступаю, да, уже почти там, сколько, 28 лет я в спорте. И пропускал разные удары, были разные травмы. Но здесь реально... Я не знаю, может быть, я бы и мог восстановиться, там, через 10-15 минут более-менее восстановиться, но как адекватно, если ситуацию воспринимать, то полностью восстановиться я бы не смог, и от этого зависел результат поединка. Здесь как бы рисковать было не то, что нельзя, и смог бы, я повторяю, продолжать бой или нет, это 50 на 50, и выйти здесь как бы... в хорошей форме, в отличном состоянии проиграть бой, я этого не мог допустить. И хорошо, что вот все так получилось, потому что в больнице мне стало немножко хуже, мне там, не буду подробности вдаваться, там мы всякие заморозки делали, таблетки, меня отпустило, потом часа через два. А так, конечно, в целом ситуация неприятная, потому что готовился очень хорошо. Бой, это было такое принципиальное противостояние. Конечно, естественно, мы же знаем, что куча, Емельяненко проиграл Мэтту Митриону не так давно. Было куча тренеров, спарринг-партнеров, тренеров по ОФП. Там, в общем, такой был лагерь сумасшедший создан. Два с лишним месяца мы тренировались в Таиланде, готовились упорно, усиленно. То есть было много работы проведено. И вот так вот все, как говорится, пошло на нет. Не то, что на нет, но так получилось. Бой будет переназначен, и опять начнутся заново все, опять заново подготовка, опять заново тренировки. Все опять сначала. Честно говоря, если бы, может быть, сразу незамедлительно назначили реванш, может быть, можно было бы остаться в Америке и подойти в нормальном такой, в таком состоянии, потому что я физически готов, ничего такого не произошло, не болею нигде, ничего. То есть, в принципе, но... Это же Беллатор, это же организация, это же определенные числа, графики. У них они не могут так вот раз, сегодня ты раз что-то получил в пах, отошел и завтра подраться. Такого не бывает. Здесь все должно быть поэтапно. Из-за этого я думаю, что, скорее всего, если Беллатор назначит дату следующего поединка, то это будет через 2-3 месяца. В принципе, это снова сбор, это снова подготовка, это снова... спарринг-партнеры и так далее и тому подобное. Режимы, много всего, тренировки. Не, ну это однозначно, это моя жизнь. Да. Я буду также готовиться. Надеюсь, что следующий поединок мы проведем достойно и нормально, адекватно. Потому что для меня этот бой был очень принципиален. И я очень сожалею, что так произошло. И переживаю не только за себя, но и за моих поклонников, болельщиков. Там... Хорошо, что мы проверили, что здоровье, жить буду. Как говорится, все правильно. Нормальной жизнью. Сереж, огромное количество боев. Большинство из них, естественно, ты выходил из них победителем. Для тебя лично какой бой был самый тяжелый и самый сложный? Очень тяжело сказать, какой бы был самый. В каждом этапе карьеры был какой-то сложный поединок. Однозначно хочу выделить такие бои, как бой с Сэмми Шилтом, с Антонио Родриго Нагиерой,
с Фабрицио Вердумом, с Мурило Роа. Ну, тут можно вот так выделять их. Почему я каждый выделяю? Потому что на каждом этапе своей спортивной карьеры мне давался очень непростый этот поединок. И они получались яркими, зрелищными. Вот. Так что вот эти, наверное, четыре поединка. Ну, можно добавить что-то из кикбоксинга, когда я и проигрывал, и также выигрывал. Ну, в основном, наверное, вот эти, из боев ММА, вот эти бои я, наверное, на данный момент хочу выделить. Скажи мне, насколько важен психологический настрой, когда ты идешь на бой? Вот твой тренер Руслан Крюша сказал недавно, что тебя абсолютно не надо накачивать психологически, что ты всегда настолько готов к бою, что тебе вот такая психологическая постоянная подмога не нужна. Как ты к этому пришел? Как ты сам себя лично готовишь к бою? Именно психологически. Я скажу просто, если ты готов, ты выходишь и делаешь, что делаешь. Если ты не готов, ты начинаешь нервничать, ты начинаешь как-то гореть перед боем и так далее. Все, перед каждым боем есть определенный такой предстартовый синдром, такой, скажем, немножко волнуешься. Но это нормальное явление. Это как у любого человека. Человек идет на бой, на то, что он может проиграть, он может споткнуться, все что угодно произойти. И это такое эмоциональное состояние любого человека, не только перед боем, ну и там перед, например, прыжком с парашютом, там, или там, ну, неважно, перед любым каким-то состязанием, каким-то риском для жизни. Ты суеверен? У тебя есть какие-то твои предметы? Да нет, такого ничего нет. Я вот как вот раньше еще, в старые добрые времена, сядем на дорожку, присел, да, что-то про себя где-то сказал и пошел. Вот и все. Нет, такого какого-то серьезных дел я... Понятно, нет. Что этот вид спорта очень опасный. Мы знаем немало примеров, когда после боя это заканчивалось плохо для самого бойца. Например, Магомед Абдусаламов, ты наверняка, конечно же, конечно, естественно, с ним знаком и знаешь. Скажи, пожалуйста, никогда такого страха не было, что вот что-то произойдет, и дальше не то, что ты не сможешь бороться, а что это будет опасно в буквальном смысле для твоей жизни? Если об этом думать, надо уходить из спорта. Прям сразу. Только такие, да, мысли закрадываются в твою голову, надо сразу уходить из спорта. Насколько спортсмены застрахованы от таких ситуаций, и что ждет потом, например, их семьи? Мы знаем, что, например, опять же, случай с Магомедом Абдусаламовым, здесь был суд, и засудили первый раз за всю историю штат. Да, это один, да, раз было. Нью-Йорк, и факт, деньги для семьи, да, выбили. Вот если случаются такие вещи с любым другим спортсменом, кто за это несет ответственность, кто потом помогает, да нет, поддерживает? Если там при летальном исходе там сумма какая-то, я, если не ошибаюсь, я когда подписывал там что-то в районе полумиллиона долларов всего лишь. То есть если ты погиб, с тобой что-то произошло, то получает, ты пишешь любого там члена семьи, любую фамилию, имя пишешь, и тот человек получает после твоего летального исхода полмиллиона долларов. Вот и все. А так, да, это, мы застрахованы, что касается травм, любые там переломы какие-то, вред для здоровья, как и все застрахованы. Вот за удар в пах что ты получишь? Ну, за удар в пах ничего не получу, мне просто привезли в больницу, дали мне, да, бесплатно лекарства, там, меня там осмотрели бесплатно, все как бы, вот и все. И на этом все закончилось, на этом все, да, закончилось, все правильно. Ага. Ну, не знаю, может быть, если там, тут, наверное, встречаться надо с какими-то адвокатами, что-то там, как-то, где-то, может, можно что-то получить, но я никогда, это, у меня практики не было этого. Сереж, у тебя на протяжении всей твоей карьеры, понятно, что вся твоя жизнь, в первую очередь, заточена под спорт. Все правильно. Спорт у тебя стоит на первом месте. Что у тебя, как у тебя дальше распределены места? Чем ты любишь в жизни заниматься? Я знаю, что у тебя семья, у тебя много детей, этим можно похвастаться. Много. Как у настоящего богатыря, шестеро. Да, на самом деле, как обычный человек, отдыхаю, люблю своих детей, конечно. Всегда, что касается моей семьи, я очень времени много уделяю, повторяю, с детьми, общаюсь. Остается на это время? У тебя постоянно времени, сборы? На самом деле, на самом времени на это очень мало, но тем не менее,
я стараюсь как максимально можно чаще и больше проводить время с детьми. Но, тем не менее, также у меня есть работа. Работа моя также заключается, это мое мнение, это опять я выбрал такую работу. То есть я провожу мастер-классы, да, занимаюсь да. Общественной деятельностью. Благотворительностью. Благотворительностью занимаемся, конечно. Посещаем всякие разные онкологические центры и так далее. Детдома. Мы там тоже проводили много мастер-классов. Даже такие простые вещи. Помню, перед этим Новым годом я готовился, а перед прошлым Новым годом, когда у меня был такой перерыв небольшой, мы делали спектакли. Я играл Деда Мороза, я помню. Мы вот ходили просто по центрам и с определенной группой друзей моих сделали спектакль. Там было несколько профессиональных актеров. Удивительно. Ну, а я был Дедом Морозом, не профессионал. У меня даже в Инстаграме есть там небольшое видео. Да, вот так же проводили. Просто вот для детей делали. Какие-то подарки дарили. То есть это приятно, это ничего сложного в этом нет. И легко, и просто, и дети были довольны. Для этого же надо найти время, для этого должно быть желание. Время это так. Да. Это время, конечно, тоже бывает подготовка. Если подготовка, я, конечно, все оставляю в сторону и начинаю готовиться. Но если есть какая-то вот такая вот возможность, свободное время, я с удовольствием провожу, повторяю, мастер-классы, езжу по каким-то... Там, ну, если посмотреть, да, твой Инстаграм, ты достаточно активен. Очень много где ты проводишь и мастер-классы, и встречаешься с детьми. Скажи, пожалуйста, вообще, что тебя лично на это побуждает? Ничего, это моя жизнь. Мне это нравится делать. Если, например, ну, как-то заставляешь себя делать ради чего-то, где-то можно перевернуться там. Ну, кто-то же может подумать, что это ты делаешь ради пиара. Нет, которого тебе уже, конечно, уже давно не надо. На самом деле, если бы я хотел, и было бы мне нужен был бы пиар, то у меня бы, например, в Инстаграме было бы там подписчиков намного больше. То есть я не занимаюсь самопиаром таким мощным. У меня вот, я сколько там, 2-3 года я в Инстаграм, у меня там всего лишь там 1050-55, может быть, подписчиков. То есть я не собираю, мне куча предложений, давай мы тебе там сделаем 100, 200, 300, 500 тысяч, миллион подписчиков. Я думаю, что мне это просто не нужно. Да. Твоих. Вот я как бы, да, зрители, которые смотрят, да. Которые видят, и кто хочет, тот увидит, посмотрит. А вот то, чтобы набрать мне вот там миллион подписчиков, потом заниматься рекламой в Инстаграме, это не мое. Я понимаю, я этого не ты хочу. Же не Оля Бузова. Нет, кому-то это нужно, и тот к этому идет. Это я не говорю, да. Что это люди делают плохо или что-то еще. Я молодцы, ребята, как бы. То есть каждый живет в этой жизни так, как хочет. Вот. Я этим не занимаюсь, у меня вот как есть, так и есть. Скажи, пожалуйста, со своими противниками, с которыми ты выходил на ринг, ты в жизни потом поддерживаешь отношения? Ну, с кем-то поддерживаю, с кем-то нет. Ну, всегда. Ну, я имею в виду, что вот соперник на площадке, да, в клетке, и это как-то переносится на жизнь? Да, например, да. Алистар Аверим, да. Мы с Алистаром Аверимом давно дружим. У нас было 2 боя. В первом бою я получил травму, которая меня долго очень просто... Я мог вообще из спорта уйти. У меня был разрыв сустной сумки, вывих плечевого сустава с разрывом сустной сумки. Ох. То есть это была очень серьезная травма. Матч-реванш, я победил его. У нас 1-1. Надеюсь, что у нас больше боя никогда не состоится. Я бы не хотел этого, честно говоря. И вот мы с ним общаемся, вместе тренируемся. Я езжу на сборы к нему, он приезжает на сборы ко мне. То есть вот, знаете, как вот подрались. Жесткие бои были. Первый бой я проиграл явным преимуществом, второй бой я его нокаутировал. И мы дружим, общаемся, помогаем друг другу. Вот он голландец, я россиянин. Как вы общаетесь? Ну, у меня не очень хороший английский, да, но тем не менее мы друг друга понимаем. На языке спорта. На языке спорта, да. 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 Все правильно. А я знаю, что ты долгое время уже живешь в Таиланде. Расскажи мне, как тебя судьба занесла туда и как тебе там нравится? Ну, в Таиланде я провожу где-то полгода в России, полгода в Таиланде. Почему? Потому что Таиланд зимой. Я родом с севера, я люблю зиму, люблю вот баню, снежок, нырнуть в прорубь там. Но, вы знаете, с моим спортом, ну, то есть, в России в этот момент, то есть, в момент зимы,
там, декабрь, январь, февраль. Мы знаем прекрасно. Ну, вы прекрасно знаете. Эту то же самое здесь в Нью-Йорке. То в Нью-Йорке Нью-Йорк да. чем-то похож на Москву. Я вот как-то его сравниваю. Ну, чуть потеплее. Немножко, чуть-чуть, потеплее, да, мягче. Потеплее, мягче, климат, да. Но тем не менее, все равно. То есть зимой можно заболеть, кто-то кашлянул, вирусы, отваляться с вирусом этим 2-3 недели. Готовиться, готовиться, потом все коту под хвост, как говорят, на смарку, да, вот это да. Все, свести на нет. Я сторонник того, что вот я уехал вот в ноябре где-то, и в апреле я возвращаюсь из Таиланда. То есть я готовлюсь там, ну, если там какие-то бои, раз я там, например, вот как вот сейчас, вот в феврале, я 2 месяца провел в Таиланде, приехал за 10 дней, адаптировался, выступил и уехал обратно. То есть ничего такого тут легко. 10 дней мне хватает, чтобы адаптироваться, акклиматизироваться. Выступил и уехал. То есть если бы я, например, здесь, возможно, готовился в Нью-Йорке там 2 месяца, возможно, поймал бы какой-нибудь вирус, заболел бы, где-то простыл бы, куда-то там, ну, такое, это я уже делаю это не первый раз, и делал так не первый раз, и уже были плачевные случаи, в Лос-Анджелесе я заболел, и, ну, то есть, зимой я сторонник того, что надо готовиться там, где тепло. Ну, я выбрал Таиланд, и знаю там залы, в которых можно уже готовиться, мне нравится та пища. Мне нравится кстати, тот климат. Кстати, какую ты любишь еду, ну, В основном, есть мне можно все, но я люблю все-таки морепродукты очень. Фрукты, морепродукты, вот это все свежее. В Таиланде оно натуральное. Все-таки так вот, там я вот ощущаю то вот, когда знаю, идет подготовка свободу. К бою, тебе важно, например, я не знаю, там для мышечной массы есть какие-то определенные продукты, мясо или что-то еще? Да, конечно, есть определенные диетологи, которые расписывают все это, но я сторонник такой нормальной, обычной пищи. С утра кашка, там, например, сырнички, там, что-то такое нашего. Да? Да. В обед все, вот, как вот по Таиланду я рассказываю, да, в да. Таиланде первое, можно съесть какой-нибудь вкусный том-ям-суп тайский. Угу. Можно съесть хорошую рыбу, а можно 2 рыбины таких классных. Ну, там судя с овощами, по тебе, да, ты можешь то есть, и 2. То есть на пару, желательно на пару. То есть вечером там креветочки, там кальмарчики. То есть я почему повторяю, что люблю Таиланд, потому что там все вот натуральное и свежее. Как бы то ни было здесь, в Америке или там в России, все это все равно замороженное, там как-то вот куда-то. А где-то. Сам готовить умеешь? Ну, сам я готовить, конечно, могу, но. Ну, там, пельмени сварить, например. Так. Да, это яичницу пожарить. Ну, я сторонник. Это сугубо сторонник, мужской компании. Сторонник кушать. Сейчас все немножко проще и легче доступно. В ресторанах, в кафе. Спокойно. В Таиланде, на самом деле, если ты готовишь дома, то тебе выходит дороже, чем есть в ресторанах. Это я уже прошел. Не знаю, почему так вот. Удивительно, что ты приходишь, например, в магазин покупать стейк. Хороший стейк, он стоит, например, там $100. Этот стейк стоит. А в ресторане он будет стоить 50. Уже готовый. То есть не надо будет не готовить ничего, а он уже будет 50 готовить. Я не понимаю, как это все происходит. Видно там какие-то там специальные какие-то акции для хозяев ресторанов. У них есть свои какие-то лазейки, фишки такие. Но реально это и дороже, и это не люблю, когда дома вот пахнет все пищей. Это может там, например, в холодильнике может там холодное молоко стоять, там какие-то фрукты, что-то вот такое по мелочам, что можно так где-то перекусить понемножку. А все-таки я не люблю, когда дома вот воняет прям пищей. Не очень люблю это. Хотя вырос я в семье, которые всегда все готовили и так далее и тому подобное. Ну вот сейчас со спортом связано, наверное, может как-то это вот так связано со спортом. И в общем, новое поколение. Да. Как ты проводишь свое свободное время и когда оно у тебя на самом деле бывает? Свободное время это и есть свободное время. Вот я повторяю, проводить мастер-классы, ездить. Могу также в кинотеатр сходить. Иногда друзья позовут в клуб, могу сходить, зайти в караоке спеть, что я очень люблю, кстати. Я каждую неделю хотя бы один раз я всегда захожу в караоке. Вот, да. Вот, я слышала о том, что ты хорошо поешь. Ну, не знаю, хорошо я пою, обычно пою. Что значит хорошо? Я просто дружу с певцами, с артистами очень много. И нет, хочешь, не хочешь, ты когда дружишь, общаешься, ты споешь. Какую песню в караоке поешь? Моя самая любимая песня, которую, наверное, уже пол России слышала. Я бывает, даже она мне где-то в Инстаграм есть. «Пусть миром правит любовь». Ее написал мой друг Андрюха Алексин. У него такой репертуар с
скажем так, ну, кому интересно будет послушать, они разные такие песни, специфические, не каждому они нравятся, да. Но я скажу, что очень много песен он написал для наших известных певцов. Эту песню сейчас, кстати, забрал Филипп Киркоров. Да, так теперь именно твою вот песню забрал Филипп Киркоров. Ну, честно говоря, я не фанатом Филиппа Киркорова. Я понимаю, но он твою песню забрал. Я был прошлый год на его концерте в Дубае. Если он плохо споет, я думаю, с ним можно будет разобраться. Он нормально, хорошо поет. Я не говорю, что он там что-то плохо поет, но я больше люблю песни такие, чуть немножко другие. Да. Но, тем не менее, он взял эту песню. Это его запатентованная песня сейчас. Так что... Сейчас... Значит, он не украл у тебя песню. Не, он ее не украл, он ее не украл, да. Ну, флаг ему в руки, пускай продвигает, пускай эту песню поют как можно больше народу, потому что мне эта песня очень нравится по душе. И слова у нее очень простые, и может петь ее любой человек. Может, ты можешь напеть нам чуть-чуть? Ну, припев можно спеть. Нет, давайте я начну с самого начала. Я ее знаю песню наизусть, я ее на всех... То есть начинается она так. «Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось». И, ну, я так немножко по-быстрому так напел, да. Без всяких там этих вещей, да. И припев такой простой, там, который мне очень нравится. «Пусть миром правит любовь, так было и так будет вновь, пока живут на свете люди», ну и так далее. То есть, на самом деле, это вот. Ну, Ты лирик? Не, я, может быть, по-своему, да, романтик, да. Но, например, в 20 лет я был другим, я бы эту песню, наверное, петь не стал даже. Мне бы сказали, спой песню такую. Я послушал бы слова, я сказал нет. То есть это как преемственность поколений. Помните фильм «Жестокий романс»? Конечно, да. Служебный роман есть, жестокий романс, чтобы не путали. Служебный роман или жестокий роман? Я про жестокий роман сейчас говорю. Да, именно. Конечно, с Гузеевой. Да. Это фильм, по Островскому когда, «Бесприданница». Вот я почему говорю, что в одном возрасте, если бы я, например, его смотрел в 12 лет, я бы как-то неправильно относился к одним актерам, да? Или как-то не то, что неправильно, а... То есть... По-другому, Мое отношение меняется с годами. Да, да. И в 20 лет я уже посмотрел фильм по-другому, в 30 лет по-другому. А вот буквально я частенько его смотрю, бывает, еду, лечу в самолете, в Аэрофлоте частенько. У них там большая фильмотека. Да, именно вот российских фильмов старых. И я его очень люблю смотреть. И я опять вот его смотрю уже, и я уже его смотрю с другой стороны. То есть, когда я уже вырос, подрос, я уже... Совершенно с разных сторон смотрю. Ну, это твое, если тогда об этом фильме, а твое отношение к главному герою, как он поступает с героиней Гузеевой? Я скажу, что когда-то в 12 лет я, наверное, его ненавидел бы. Никита Михалков-то для меня, вот он такой плохой, такая вот он сволочь. Так он с женщиной поступил, да? Да. Сейчас я на это смотрю. Конечно, все равно он немножко такой актер, у него роль такая чуть, ну, скажем так, нехорошего человека в этом фильме. Да. Но тем не менее, я смотрю на это с другой стороны, потому что у меня уже появились дети, у меня уже... Были отношения, да, и я уже на это смотрю с другой стороны. То есть я его тоже понимаю по-своему. А ты явно вот что-то можешь выделить, вот ты к каким-то вещам относился так, а сейчас ты относишься к чему-то абсолютно по-другому? Ну, тяжело сказать, к чему я отношусь как-то по-другому. Конечно, однозначно ты взрослеешь и, возможно, к тренировочному процессу ты относишься по-другому. Когда-то тебе было 20 лет, ты мог где-то там... не дотренироваться, там, тебе тренер сказал, ты мог на это закрыть глаза, то сегодня я к этому отношусь уже более серьезно. То есть, например, если я что-то увидел, то, что мне понравилось, такую какую-то фишку, да, то есть я ее доработаю. То есть она не просто вот так, а вот так сделал, не сделал, пройдет, не пройдет, а я ее доработаю так, чтобы она мне получилась в бою. Ну, это что касается моего спорта. Это уже говорится о профессионализме. Это касается моего спорта. Конечно, да. Я уже более серьезно отношусь, я уже... режим соблюдаю более серьезно, не как раньше. Да, например, я мог там в 12, час, в 2, в 3 ночи залечь там. Образно, то сейчас я, например, уже 10-11 часов, я уже ложусь спать. Просыпаюсь, зарядка и так далее, и пошел день.
То есть я уже ко всему отношусь более профессионально. И более ответственно. Конечно, да, конечно. Да. Возвращаясь к музыке, скажи, пожалуйста, кто выбирает мелодии на те, когда ты выходишь на бой? Я? Когда вот это? Ты выбираешь? Я сам, конечно. То, что мне нравится. Вот, например, в Америке я выхожу под роки, вот, а в России я выхожу под песню «Каскадер» моего друга Гера Грача. Люди его знают по песням «Я молодой», «Это женщина», да, да, и так далее и тому подобное. Это мой друг. И мне его композиции, его песни очень нравятся. То есть мы как сдружились когда-то давно, когда он пел на одном из мероприятий у моего друга. И до сих пор уже лет, там, не знаю, лет 15, наверное, мы дружим. Вот. Он сейчас меня, кстати, ждет в Таиланде. Вот тоже смотрел в прямом эфире, да. Да. Да, мой поединок тоже переживает очень. Был как раз он, когда я готовился. 2 месяца он тоже там живет сейчас, поет каждый вечер. Я уже жду не дождусь, когда мы с ним сейчас споем дуэтом вот эту именно песню «Пусть миром правит любовь». Я надеюсь, приеду, что нам... и мы первым делом, что сделаем, это мы споем обязательно в одном из караоке эту песню. Так, и давай договоримся, вы споете эту песню и пришлете ее нам, мы ее поставим обязательно хорошо, в эфир. Хорошо, договорились. В завершение нашего интервью. Договорились. Сереж, спасибо огромное. Спасибо, что ты сегодня пришел к нам в студию. Нам интересно было в первую очередь, конечно, мы тебя знаем как бойца, но нам всегда было интересно рад узнать твою другую внутреннюю половину, чем ты живешь, чем ты дышишь, что тебя интересует. Я надеюсь, что нашим зрителям было сегодня с тобой интересно. Мне было безумно интересно с тобой. Знаю тебя 8 лет, и за все это время ты для меня раскрываешься всегда новыми красками. Благодарю. Я желаю тебе от всей души удачи, я желаю тебе новых побед. Ты наш чемпион, и мы в тебя верим. Еще раз благодарю, Юля. Вы смотрели программу «Персона Грата». Сегодня у нас в гостях был российский спортсмен, наш чемпион, боец ММА «Бои без правил» Сергей Харитонов. Оставайтесь с нами на телеканале НТВ Америка и хорошего вам настроения. Польет пролив.